пляжи Клеопатры становятся более пустыми с каждым днем. Что у нас за день сегодня? Четверг. 16 часов 15 минут. Сегодня с вечера прогнозируют дожди. И многие прогнозы страшные показывают, что они будут несколько дней чуть ли не подряд. Посмотрим, что будет. Да, к сожалению, вода, друзья, будет после... Ну, буквально через 3 или 4 дня вода уже может, будет 22, может быть, даже чуть ниже, чем 22. Дожди эти не пройдут бесследно. И солнышко ж не будет в эти дни, пока будут дожди, конечно. Так люди есть, в принципе, на пляже. Толп нет, конечно, как я вам показывал. Буквально, когда недели две назад. Но, в принципе, люди на пляже есть. Градусов 27 сейчас где-то вот так вот в среднем. Солнышко уже не так печет, как днем. Ветерочек свеженький слегка. Если его выключить, то на солнце будет теплее по ощущениям. По пляжам. Туда в сторону 20-х пляжей. Ну, мало людей, да, можно сказать, что... Можно сказать, что почти нет, потому что для Клеопатры... Количество людей это вообще ни о чем. И влево сейчас посмотрим, и влево тоже. Вот я был даже вчера, да, получается, вчера даже больше было людей гораздо. Видите, сейчас и там на Домлатаж тоже нет много людей. Да, я с собой даже зонтик взял на всякий случай, потому что не знаю, когда буду домой возвращаться. Дождь нарисован даже на вечер уже, к сожалению. Дай бог, чтобы их не было. Чтобы они были кратковременные, теплые, чтобы солнышко было в эти дни, когда дождь тоже нарисован. Воду вчера мерил, друзья, вода 23,2 минимально. То есть она еще не 22. И можно сказать, что довольно теплая. Хотя 22 для многих будет тоже теплая. Да, это уже такой зимний вид пляжа Клеопатры такое. Небольшое количество людей, это уже как зимой прям. Хотя вчера было людей много. А, ну может из-за того, что волночки, они прям не такие уж, что прям вообще сильные, но вы видите, волночки, да, для детей, конечно, купаться не покупаешься. Такие волны, хотя кто-то может и купается местные. Для местных это не волны, конечно, это мелочи. Очень классно на солнышке. Ну, почему-то даже туда пляжу Домлатаж, даже там людей по сравнению со вчерашним днем очень-очень мало. Пляжи с лежаками тоже уже, конечно, мало. Там он вообще дальше пусто-пусто-пусто и очень... Там вообще почти пусто до параглайдинга. Вот. Очень много пляжей уже поубирали. Лежаки имеется в виду. Пляжи позакрывались, лежаки поубирались. Один человек, он плавает там. И два человека, 3, 4, 5, 6. Ну, человек 15 есть по берегу купающихся, так если в общем. Красивое море. Ну, идти особо нет смысла туда, потому что, в принципе, толпы купающихся и толпы загорающих я вам уже там не покажу, там их просто нет. А в той стороне вообще я не вижу купающихся, там где-то, может быть, уже возле Домлаташа. Здесь вообще пусто, ни одного человека не купается. Там вдалеке
пришло ко мне ногами, попробовал. Ну, в общем, вода такая же, как вчера. 23 она есть еще. И, ну, потому что сегодня, в принципе, целый день солнышко светило. Пасмурно не было. А вот какая она будет на следующей уже неделе, там где-то со вторника, вот это уже будет интересно. Ну, наверное, будет поменьше. Отель «Аладдин» слева, судя по тому, что я вижу на балконах, отель точно работает. Отель «Аладдин». «Алла-1». Там так интересно слово «Алла-1» пишется по-турецки. Куча букв «А». И, по-моему, 2D даже. «Дельфина Бич Клаб». Дальше Ройализа, или как он там называется, отельчик. Сейчас пойду вам курсы валют сниму в самой выгодной обменке. Видео уже на канале. Тут давненько в ней не снимал. Здесь ребята он с сетью с какой-то. Не знаю, что можно так поймать, закинув ее сразу и достав. Ну, видимо, что-то ловят. Кажется, это шанс один из миллиона, что вот так закинешь и в этом же месте что-то, чтобы вытащить. Это... Мне кажется, это нереально. Ну, виднее, конечно. А, ну может он не сразу, может он постоит там какое-то время, но все равно. Да, как бы, чтобы рыба сама заплыла. Лиза. Ну, тут в сторону ближе к Домлатаж людей чуть побольше по берегу, но это те в основном, кто пришел встречать закат. А тут самое купающееся место, вот к ним иду вам показать, там человека 4 в одном месте, нет, больше даже. Кто-то купается, кто-то уже в курточках, в шапочках сидит. Фух, ну прошелся мне довольно, ну не то, что жарко сильно, но чуть-чуть даже жарковато, солнышко все-таки светит. И вот, раз, два, три, четыре, пять человек купающихся. И там у скалы на пляже Домлатаж буквально пару человек купается, и все. Больше купающихся нету. Местные, не местные, но вижу, что есть точно и местные. И не местные, это имеется в виду, если хоть вот купающихся просматриваем. И скоро начнется закатик. Аланийский, потрясающий. Пляж Клеопатры, четверг, 17, по-моему, ноября сегодня. И вот это вот уже перед вами синие лежачки, это в районе пляжа. Не в районе, в смысле, это пляж отеля Гордения и еще какой-то рядышком. Ну, вчера явно было больше людей просто повсюду, и по берегу, и купающихся. Видео уже на канале вчерашнем. И кого я вижу?
загорающую Клеопатру. Загорающая Клеопатра. Если спишь, будить тебя не буду. Привет. Привет. Привет, любимая. Привет. Она спит, в принципе. Полностью не проснулась, не будем ее беспокоить. Там машина, муха догоняла, я думал, что не проснулась. Спит. Не спят. Спит. А ночная девчонка ночью любит гулять, как и я. Это у нас пляж номер 7. Пустые лежачки. Не знаю, к кому он относится. Нет, не пустые. 2-4 человека есть на этом 7-м пляже. Загорающих. Люди ждут закатик сейчас. Рыжий лесной кот, как я его называю. Без хвоста, тоже большой такой. Тоже спит. И вот солнышко закрылось тучками, знаете, такой вот какой-то вот не то что свежесть, а запах дождя я как бы слышу. Так и да, дождь будет точно. Надеюсь, он не будет хоть до 10 вечера, хоть суньте ко мне тосканцы, по лужам не шлепать. 8-й пляжик слева. Чики. Так вот это выглядит. Солнышко светит из-за туч. Азак Бич Хотел, и за ним находится, друзья, самая выгодная обменка. Я уже устал отвечать на вопрос, где она. 100 раз показывал. Есть люди в ресторанчике. Green Beach, привет, кто любит. Основ местные, но есть и иностранцы. И тут люди просто везде сидят. На лавочках, на стульчиках, на лежачках. Смотрят закат, не уверен я, что он будет. Хотя, может, сейчас эти тучки пройдут. Я Азак Бич Хотел. Вроде бы, да, работает, работает отельчик. Какие-то отели работали до 15 ноября. С отелей работающих все меньше и меньше. Но этой зимой, я думаю, будет больше работающих отелей, чем все зимы до этого. Привет, кто отдыхал, Азак. Друзья, самая выгодная обменка. Сегодня 17 ноября у нас Азак Бич Хотел. Вот он, прямо 10-й пляж Клеопатры. Цвет красивый у тебя, да? А вискас не хочет есть. Смотри, он лопает, друг твой, как с удовольствием. Или подруга. Но ты не хочешь. Гранд Акан. Работает. Люди на балконе, вижу. Сейчас я буду идти в сторону Вайкики, туда, в сторону Джумапазары, автостанции. Фрагментиками просто буду что-нибудь вам показывать. Будем смотреть, сколько людей по центру и повсюду. Гранд Заман. Гранд Заман не работает уже. Мандаринки. Ой, внимание не обращал, что это не апельсинки. А ну вот это уже апельсинки. А вот это дерево. Мандаринки. Листья у них очень похожие. Ну, кто-то местные скажет, что это не апельсинки, у них там другое название. Много очень цитрусов, но они один в один как апельсины, только кисловатые. Хотя, в принципе, вкусные тоже очень. Дикие эти. Не знаю, сколько градусник покажет, где-то 24, возможно, 70% видел влажность. Сейчас посмотрим. 24,3, как всегда. Я с точностью до плюс-минус 1 всегда ощущаю все это. 24,3, ну это, друзья, 5 часов вечера, когда солнце спряталось.
Пришли облака, отель Ривьера Зен, уже 71% влажность. Ночью сегодня было 16, где-то даже 15. Ночь была довольно прохладная. Красиво цветет что-то на дереве. По кафешкам вот этим вот на набережной. Напротив Клеопатры людей везде довольно много, в основном местные. На площадках людей тоже довольно немало. Херсончик, привет, Херсончик. Много машин херсонских ежедневно вижу. Херсона стала уже не меньше, чем Одессы по Алании машин. Только сказал, не меньше, чем Одесса, и он Одесса сразу. Блин. Кто скучал за Клеопатрой? Тут людей сейчас немало, в принципе, повсюду. Но в основном это либо местные, либо наши живущие здесь туристов. Нет, так вот, с браслетиками тех отельных, как бы. А, хотя есть, только хотел сказать, не вижу, уже увидел. Что есть все. Но больше местных, конечно. И все, начинает температура как бы понижаться. Уже несколько видел турецких граждан, таких вот именно теплых, дутых куртках. Но ночью вполне уже можно в них ходить, когда 15 градусов. Сейчас еще как бы рановато, но, к сожалению, закатика сегодня люди, наверное, не увидят, но еще шанс есть, но вряд ли куда-то сдвинутся те тучи, которые закрыли солнце в начале самого заката, он еще как бы и не начался, тучки его спрятали, солнышко. На этой площадке очень-очень много людей, детишки. Вот так вот выглядит сейчас лучи солнышка из-за тучек. Идем в сторону центра. Еще через час уже темно будет. Айдана столиком. Друг, смотрите, привет, большущий. Помню, как мы здесь снимали. Давайте, возвращайтесь все. Будем продолжать снимать нашу рубрику с вами. Сейчас посмотрим, что там на фуникулерчиках. Котейка, теннисист. С таким видом стоит на теннисном корте. Смотрится интересно. А, тут еще один теннисист. Привет, теннисисты. Котеньки. Тут сетка. Я вам туда еду не смогу закинуть. Сейчас попытаюсь, конечно. Ну вот, не зря к вам подошел. В общем, друзья, ощущение, что дождь может пойти, хоть бы я ошибался. Ну, имеется в виду, в ближайшее время. Выходят люди из кабинок. И на посадку тоже есть люди. 100 лир такой же, цена не изменилась. Днепр, Днепр, привет. Наши ребята вышли. Мараба помахал, сказал мараба. Наверное, похож на турка немножко. Здесь по парку тоже люди ходят, там на лавочках полно народу. Люди на море смотрят, тоже закатик ждут. Котик, ты пить хочешь или есть? У тебя есть уникальный шанс сказать мне. И... я воплощу твои мечты в реальность. Котик, давай с еды начнем. Котик тоже без глазика. Еще один без глазика у нас. Ну что ж такое, где ж вы их теряете, а? Где ты глаз потерял? Еще молодой такой, видно, что
молоденький котик или кошечка, уже без глазика, красавец. Да, кабинки полные идут оттуда, каждая кто-то есть. Я тебе попить еще хотел предложить. Свои магазины все работают, туристы отсутствуют. Ну, ходят на самом деле иностранцев немало, но в масштабах того, что было, конечно, в сезон. Сейчас уже явно ощущается, что не сезон. Уже скоро, я думаю, многие из этих магазинов в декабре уже не будут работать. Как много апельсинок на одном дереве. И из туристов, которые сегодня встречаются, преобладает немецкая речь, чешская и польская. Еще не холодно, но уже вот я ощущаю, что уже наверное 23 сейчас. Одесса, привет. И будет сейчас плавненько понижаться, это все к 9-10 часам уже будет градусов 19 всего лишь или даже меньше. Все работает, но никого нету, покупателей. В сторону центра иду, башни, и становится прям прохладнее мгновенно, практически тут еще холоднее. И с пола выходим на главную улицу Алании. Больше людей уже одетых, в футболках немного людей. Уже такие сумерки начинаются практически. Возле Вайкики людей много. $17.85 покупать здесь доллар. Там в обменке, которая самая выгодная, на 10-м пляже. Возле Азак Бич Хотел на Клеопатре. Там 18.50. 17.85 и 18.50. Почувствуйте разницу. Время 5.48. Сейчас уже темно будет. Акула мода впереди. Вот в таких куртках уже ходят многие турецкие граждане. Зайду в Перлоплатинум. Может быть, новый видосик вам сделаем. Сейчас у них скидки. Конец сезона, как бы. На кожу и меха скидки.